После того, как говорящей головой для пропаганды коронафейка поработала старая ведьма, Борю Джонсона сразу же отвезли в больницу и подключили к ИВЛ. Потом подумали и решили отключить Борю от ИВЛ, а подключить его к колонии Нельсона, Британскому музею, Биг Бену, печатному станку в Банке Англии, печатать фунты и стерлинги, а также к большому адронному колбасайдеру и холодильнику «Союз Авалон». Признайтесь, есть среди вас верующие в плоскую землю, большой взрыв, государство в смартфоне, зомби-апокалипсис и смертельную пандемию коронавируса?